последствиями очередных сильных дождей продолжают разбираться в Приморском крае. Напомним, с 25 августа в регионе действует режим ЧС федерального характера. Как идут восстановительные работы в Шкотовском муниципальном округе, в воскресенье проверил губернатор Приморья Олег Кожемяка во время рабочей поездки в муниципалитет. Так, в селе Многоудобное более 200 человек остались без электроэнергии, еще более 250 были отключены от подачи воды. Пока по селу курсирует машина, обеспечивая жителей питьевой водой. Приморцы наводят порядки в подворьях. А дом затапливало? Дом не затопило. Затопило вот территорию, и уже начала вода подходить по дороге. Все вот это вот сплошняком шло, и по огороду низ там деревья все садовые затопило все. К вечеру воскресенья основной поток воды сошел. Специалисты занялись восстановлением водоснабжения. После того, как вода уйдет полностью, смогут вернуть электричество в дома на постоянной основе. Сейчас в помощь дизельные генераторы. Электричество дадут уже сегодня по временной схеме. Так же, как и подключение воды в целом. Здесь мы видим, что очень много было потопленных участков. Но, скажем так, вода в дома не заходила, поэтому нанесен ущерб урожаю, нанесен ущерб непосредственно подворье. Как отметил глава региона, местные власти окажут поддержку пострадавшим. Большая вода нанесла ущерб подворьям и урожаю. Я думаю, что здесь местные власти справляются с заданной ситуацией, сами окажут помощь и содействие людям, в том числе восстановление муниципальных дорог. Вот, мы приехали посмотреть масштабы. Вот, при необходимости тоже будем оказывать помощь и поддержку уже муниципальному округу.